Всем привет! Мы с вами находимся в офисе международной компании, которая является лидером по производству бытовой химии вот уже на протяжении 12 лет. И с нами ее директор, мистер Йозеф Браун. Здравствуйте. О, мистер Йозеф Браун, а что это такое? Так, вы же сами просили подарок вам подготовить. Пожалуйста. Все торговые и сбытовые процессы в компании происходят на множестве компьютеров, которые соединены в одну сеть, а управляет ей мощный сервер. Но есть одна большая проблема. И есть маленькая по проблем. С момента основания компании не менялся, сука, сервер. Что затрудняло работу, как компьютеры постоянно висли. Айтишники, соответственно, жаловались. А я подумал, зачем они мне нужны? Просто установим новый сервер, который не виснет. Итак, перед нами стоит чрезвычайно сложная и важная задача. Заменить главный сервер в компании, при этом сохранить всю статистику за 12 лет и не помешать работе сотрудников. Вперед! Сверхзадача! IT-специалист Стив Палмер, взломать почту, разослать спам, установить пиратское программное обеспечение – это ко мне. Разместить информацию в чужом облаке – это ко мне. Скачать последние сезоны с торрента – конечно, ко мне. Что касается замены сервера, я с этим еще не сталкивался, но если отменить условную судимость, то я согласен. А я главное всех предупредил за месяц. Чтоб все написали отпуск без содержания, будет меняться, сука, сервер. А мне сказали, не надо, пускай сервер работает, у нас пипец задача. Ради бога, мне самое главное, чтобы сохранилась статистика за 12 лет. Пускай работает, все равно им ничего не заплачу. Отпуск-то уже оформлен, а я человек серьезный. Первое, что сделал Стив Палмер, установил пробную версию антивируса Касперского. Второе – полную дефрагментацию всех дисков. Третье – очистил корзину. Далее установил новый сервер. Мистер Браун, установка сервера позади. Впереди волнительный момент. Запуск. Скажите, за время установки удалось ли добиться бесперебойной работы вашей компании? Но на самом деле заболел мой товаровед Инга Валес. Ну и Раиса Мелис не своевременно, так сказать, родила. Соответственно, перебои были. В принципе, к запуску сервера все готово. Сейчас эту херню удалю еще. По идее, можно начинать. Я так думаю. Я, конечно, волнуюсь, инструкция-то на китайском. Ну, мистер Браун, волнуетесь? Конечно, волнуюсь, айтишника-то я уже уволил. Оптимизация? Да. Ну, Джонни, все ли у нас готово? Я Стив. Да. Начинай! Джонни, что это? Я Стив. Да какая разница? Что это за херня? Это? Походу жопа с отменой судимости. Да я тебя засужу, сука!